І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Росіянам пропагандисти вирішили запропонувати альтернативний, так би мовити, безпечний шлях виїзду з Криму. Але є нюанс, адже маршрут проходить через тимчасово окуповані території в радіусі дії «Хаймарс» та «Шторм Шедоу». Пропагандисти у Скабєві пропонують кримському уряду на своїй шкурі спробувати безпеку екстремального туризму. Теперь я думаю, что поеду все-таки через Мариуполь и Мелитополь. Да? Но там нужно привести ряд несколько вещей, достаточно важных, которые можно сделать в кратчайшие сроки. Там дорога построена, уже, слава богу, говорят, хорошая. Но нужно, слава богу, сняли комендантский час. Не нужно вот это останавливаться ночью. Сейчас дали приказ о том, что не будет вот этих задержки чрезмерных на этих блокпостах, там на каких-то пограничных и так далее, чтобы сразу люди могли быть. Но нужно обеспечить защиту от диверсионно-разведывательных групп, которые наверняка попытаются входить. Одновременно нужно, извиняюсь, ну простая элементарная вещь, обеспечить, чтобы там были автозаправки, вот эти бензиновые, чтобы люди могли бензином заправляться, чтобы не кончился у них там бензин. Желательно, я прямо призываю тоже, ну где-то на уровень вице-премьера какого-нибудь, большого начальника, сам лично, пожалуйста, проедьте по этой дороге с телекамерами нашими федеральный канал и покажите, что эта дорога нормальная. Если вы проедете, вы покажете, то люди поверят и туда поедут. Пока я так думаю, что люди осторожнейшие, потому что ну, даже вот по телевизору как бы не показывают. А может быть, они дорогу-то построили, автозаправок не поставили нигде и так далее. Ну такие уже вещи могут быть. Это вот то, что касается моста. Тут он, до речі, російський будівельник-корупціонер Марат Хуснулін, який очолює комісію по ліквідації наслідків ЧП на Кримському мосту, каже, що треба поставити тимчасовий міст. Поки предварительно рассчитываємо 15 сентября запустити повноцінно один прольот. Після цього, запустив один прольот, будемо з нього працювати по встановленню другого прольоту, тому що 600 тонн весить один прольот. Тобто його не можна, к сожалению, з першої ситуації, ми так як був достатньо високий опор, ми його резали і як би, ну, опускали в воду и оттуда потом поднимали. Здесь не получается технология, поэтому будем, скорее всего, строить временно 250 метров мост, с которого будем работать. И большими большегрузными кранами будем вынимать эти пролеты. А він в курсі, що той також може довго не витримати. А, ну йому ж головне гроші списати і в кишеню їх собі покласти. До речі, тут після того, як кримський міст трішки ліг відпочити, а окупанти почали щось кричати про ответочку, вони самі почали розганяти фейки у своїх пабліках про начебто масштабний виїзд киян зі столиці через ймовірні обстріли. Але це відео було знято минулого року. Знову налажала розпропаганда. От тільки росіяни все одно і це з'їдять. А ось вам ще росіянин, який озвучив емоцію всіх своїх соотечественників. Скільки можна це все терпіти? Я не хочу каких-то долгосрочных красивых там ответок, когда-то мы что-то сделаем. Не надо. Давайте сейчас сделаем и все. Давайте хотя бы морально удовлетворим россиян. Я понимаю, что там этому мосту его постановят через двое суток. Но это же неприятный момент. Это святая святых. Они уже просто скатились уже до уровня махрового терроризма. Они бьют по гражданским объектам. Если мы лупим по военным и по военным объектам, то эти лупят по гражданским. У них там уже в Раде предложили вручить награды причастным к этому теракту, кто организовывал это все, кто достиг этого успеха. Они это называют успехом. Это же террористы, блядь. Мирные люди погибли, они это успехом называют на государственном уровне. Что творится? Нет, надо отвечать однозначно. Я буду очень разочарован, если не будет какой-то серьезной ответки. Вообще уже попутали. Взагалі, все, що вам треба знати про рівень освіти росіян, можете побачити у цьому відео. Без коментарів. Ленин забрасывают с пьедесталов. Ну ладно, это их дело. Но на это место Бандеру ставят. Ну что, фашист? Знаешь, кто это? Путин. Это кто? Владимир Владимирович Путин. Это Путин. Это Владимир Владимирович Путин. Это кто еще раз? Молодой Путин. Да. Кто это имя, это знаешь, Путин. Нет? Конечно. Кто? Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, все. Тобто росіяни не відрізнили свого царя
Ми не здивуємось, якщо у них в кабінетах висять портрети не Путіна, а Бандери. Мабуть, терміново їх правоохоронцям треба зробити рейд по всім державним закладам. Адже може виявитись, що це правда. Ось ще один якийсь невідомий російський воєнкор, який буцімто знайшов на позиціях, де були українці, булаву сувенірну. Послухайте, як той на ходу вигадує казочки, що буцімто цю булаву використовували у каральних методах. Лот номер 2. Отака от булава. Это не просто символ украинской власти. Когда наши ребята попадают в плен, русские солдаты, их пытают и бьют вот этой штукой, чтобы, да просто, может, ради удовольствия, а может, выбить какую-то информацию. Многие зубчики стесаны, то есть она использовалась явно не в декоративных целях. Вот, такая вот булава. Українці тримають вдома булаву насамперед як символ влади та мужності козаків, просто як національний символ. А ваші кумири тримають у себе кувалди, якими по-справжньому вбивають та катують людей. І наостанок про те, як у студії Скабєєва вирішили обережненько натякнути, що дії Ердогана та те, що він робить в рамках зернової угоди, їм не дуже подобається. Как будут развиваться события, если Эрдоган сейчас согласится с инициативой Зеленского, и Украина с Турцией начнут обмениваться кораблями? Как? Мы вступим в войну с НАТО? Ну, примерно так. Он, серьезно? Он мало такой, то окажет нам услугу, то откажет с перепугу. Главное в Турции осман, хитрый дядька, вот он пытается у нас обхитрить, понимаете? Но на самом деле это не так. Но мы можем сколь угодно долго шутить, но как только турецкий корабль начнет сопровождать украинское судно с зерном, наши действия. Американцы не пошли, они уже отказались. Эрдоган размышляет. Территория закрыта. Если они хотят, они точно так же могут высадить десант на побережье, например, Крыма. Как мы будем делать? Мне кажется, абсолютно понятно как. Поэтому, если вы, ребята, так сказать, решили, что вы под зерновой вот по этим будете охранять эти корабли, так мы не знаем, что там идет. Это мы говорим, они там везут зерно. Но это вы говорите, что везет зерно. А мы считаем, что там леопарды стоят в этих сухогрузах. Что, нельзя сделать что? Конечно, можно. Ну, поэтому, соответственно, решение будет, я практически уверен, что оно будет принято. Захотят ли Турция идти на это? Ну, пускай идет. Ведь они же тоже говорят, ребят, это как, помните, с самолетом было? Они говорят, не-не, это мы вообще, наш самолет сбили, мы тут НАТО ни при чем. Ну, так же и корабль их идет. Ну, а при чем тут НАТО? Мы закрыли эту территорию, вы сюда зашли, вы везете туда, по нашему мнению, оружие, поставляющее, мы дружбы-дружбы, конечно, но не настолько же он должен быть хитрым, этот главный в Турции осман. Ключевое, конечно, есть ли политическое решение. Конечно, но нам деваться некуда. Вот понимаете, тут бывает такое, мы можем как угодно к этому относиться. Вот Байрактары простили, азовцев простили, на выборах помогли, газовый хаб построили. Ну, неужели не пустим турецкий корабль? Вот, а это другой вопрос. Швеция тоже простили. Слушайте, мы с ними что, договаривались? Мы что, говорили, слушай, мы тебе поможем на выборах, а ты Швецию не пускаешь в НАТО? Я не помню такого дела, понимаете? То, что он отдал, этих азовцев, там сказали, что так. Я тоже написал у себя, кстати говоря, в Телеграме о том, что раньше, когда турки, реальные османы, не сдерживали свое слово, они себе отрезали язык. Мы же не знаем, может, все к этому идет. Но так нельзя, конечно. Он появлялся на публике с языком. Еще пока, да? Будем надеяться, что все-таки, возобладает какое-то действие, и как-то он что-то сделает. Правильно, свое слово сдержит все-таки. Вот, может быть... Выкрадет азовцев. Я, кстати, не исключаю. Посмотрим. Я же говорю, он вот так ведь, да? Он не так вот, мы только вот с Россией. Нет, а мы вот так, и так. Он сидит не на двух стульях, а уже на 12 стульев, как турецко-подданный, понимаете? И успешно сидит. Да, успешно сидит. И надо заметить, что где-то нам тоже это выгодно, а где-то нет. Поэтому корабли – это серьезное дело. Это уже военные, я имею в виду. Корабли, которые могут войти в акваторию, закрытые нашими военными судами, пускай попробуют. Вопрос, это же ведь тоже ситуация такая непростая. Хочешь, попробуй. Американцы тоже попытались залетать в наши, воды. Как-то есть нюансы. Кто-то и падал там, и ничего. Что-то нам войну не объявили. Из официального канцелярия турецкого президента получило предложение украинской стороны и официально заявлено, рассматривает
сотрудничество с Украиной по зерновой сделке при посредничестве ООН напрямую без участия Російської Удачі. Федерації. Ну, поглядімо. Друзі, обов'язково пишіть все, що думаєте про ось цих російських пропагандистів. Ставте лайк і чекайте наступний випуск.